если у вас проблема с межпозвоночными дисками, если у вас проблема с пищевой тканью, артриты, артрозы и прочие вещи, то, что рекомендуется к приему, это первое идет кошачий ус, если она уже, я для профилактики еще пила, 10 капсул. Ус – это как раз-таки тот препарат, который очищает почки, который выводит, он убирает камни в почках, он убирает песок из почек, он убирает камни в желчном, также он мочевую кислоту снижает уровень мочевой кислоты в организме. И Петсанка, он рекомендуется для восстановления пищевой ткани. Это Петсанкат, вот покажу ближе. Ты просто за склады, просто я тоже давно его не пила, потому что нет необходимости. С хрящами у меня уже все в порядке, но еще стоит пропить. Вот. Еще один препарат, Тао-Н-Он или криптолит из Бьюкина, это тот препарат как раз, который восстанавливает грыжи, пупочную грыжу, там еще какая-то паховая грыжа, пупочная грыжа, а также позвоночная грыжа, и он снимает жесткость связок. То есть если у вас проблема с гипертонусом, если есть жесткость в связках, если есть болевые ощущения в мышцах, вот эта травка, Тао-Н-Он или Петрис Бьюкина, он как раз-таки устраняет все эти проблемы. Вот, но вот единственный момент, то, что после вот в этой травке необходимо пропить кальций. Потому что он вымывает не только, он убирает не только, снижает уровень мочевой кислоты, остеохондроз. Остеохондроз, вот, еще одна есть, кстати, классная вещь, вот, это формула номер 2 от 9 слонов. Это тайская компания, здесь вообще по-английски ничего нету, но вот этот очень классный, у них и для вывода токсинов очень классная вещь. И вот это вот тоже идет на остеохондроз, на боли тоже в спине, выводит отложение солей. Но единственное, с ним надо очень осторожно, как и с этим препаратом, с ними, вот этими вот двумя препаратами надо очень осторожно. Начинать с минимальных доз и пить как можно больше воды. Потому что если вы выпьете сразу большую дозу, как указано, да, потому что обычно в описании указано от сталькита до сталькита. Что где-то есть соли, вы начинаете вообще по одной капсуле, то постепенно увеличиваете. Почему? Потому что, представьте, залежи, которые у вас есть, они начнут у вас растворяться, это все пойдет в кровь, токсикация, вам будет так плохо, что в итоге, может быть, даже придется ехать в больницу. Как я недавно попробовала новый детокс-препарат, буквально неделю назад, умная очень, да, всем рекомендую, я вам думаю, ну я же чищу постоянно, у меня все хорошо, и решила детокс. У меня начали болеть очень сильно почки, потому что то, что вот поднялось все-таки, вроде 4 года прошло с моей операции, и постепенно у меня лекарства. Неправда, что там период введения лекарства из организма, он там, как мне пишут, неделя, две недели, да, это все неправда. У меня вот после той детокс-программы лекарств во рту, который я принимала, так, у меня опять телефон выключился, формула номер два, 9 слонов, девяточка, формула номер два. Они раньше были в розовых коробочках, сейчас они начали выпускать в баночках. И там таблетки. Раньше были капсулы, сейчас таблетки. Эльфант в Паттайе, он продается только в одном месте. И вообще, он редко может быть. А вот в тех районах, где в основном живут тайцы, там это уже более популярно. То есть такой нетуристический препарат, чисто тайская компания. Вот. Надо пить как можно больше воды, чтобы не поймать детоксикацию сильную, чтобы не поймать обострение, и начинать с минимальной дозы постепенно увеличивать. Но то, что это действует, это вот проверено, да, 100%.